первый, статья 105. Часть 1, статья 222. Уголовный кодекс Российской Федерации назначено наказание. По части 1, статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 12 лет лишения свободы. По части 1, статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. На основании части 3, статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по законности преступления путем частичного наслаждения назначено наказание. Назначится колонна наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, сбывание наказания в поэтому колонии строгого режима. Срок отбывания наказания Соколова исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В соответствии с пунктом А, части 3.1, статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, зачин Соколова, срок отбытия наказания, время задержания по страже. С момента фактического задержания, то есть 9 ноября 2019 года, до момента вступления приговора в законную силу, за расчет 1 день задержания по страже до 1 день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения в виде заключения по страже оставится Соколову без изменений до вступления приговора в законную силу. Поступление приговора в законную силу, вещественное доказательство. Компакт-диск, полученный в СПБ ГПУ, городской мониторинговый центр, детализированный отчет номера 37-918-396-46-70 Ещенко, компакт-диск с аудиозаписью разговора Соколова, слово Петербурга, компакт-диск с видеозаписью с магазина Ливан-Пержон, компакт-диск с ПАО-МТС, детализированным отчетом об агентском номере 37-911-810-81-95 Ещенко, хранить принадлежал уголовному делу. Фрагменты клиенты, скотч, два черных полимерных пакета, четыре белых синтетических пакета, два полимерных пакета синего цвета.